24-м туре испанского чемпионата он стал лучшим из всех россиян. В первом тайме он буквально разрывал оборону Геркулеса. А штрафной в исполнении Мостового, как блюдечко с голубой каемочкой для партнера. 1-0 после навеса русского диспетчера. Спустя несколько минут оборона Геркулеса спасовала перед настырным Гуделем. И Мостовой забивает свой второй гол в чемпионате. Чувствуется, что наш легионер находится в прекрасной форме. Даже расположившись в бровке в 30 метрах от ворот, он не стесняется бить. Если бы не перекладина, гол вышел бы на заглядение. Во втором тайме Мостовой еще раз проявляет свой талант распасовщика. 3-0, Сельта громит Геркулес, а лидер команды Мостовой записывает на свой счет гол и две передачи.